Коллектив 51-й Актюбинской гимназии встретился с ветераном педагогического труда Каракос Косаевой. Вечер посвятили жизни и творческому пути учителя. Каракос Косаева родилась в Алматы. Общий педагогический стаж составляет свыше 40 лет. Она работала учителем русского языка и литературы в Уилском и Темирском районах, а затем долгие годы трудилась в школе-интернате для одаренных детей имени Кусаинова. Уже совсем скоро заслуженный педагог отметит свое 90-летие. В ходе встречи молодые коллеги смогли задать интересующие вопросы и получили ценные советы. Меня, например, воспитывали, когда я была маленькой, что сказал учитель, это закон. Всегда слушаться учителя, не переходить ему дорогу, всегда с уважением относиться к учителю. Мы этого придерживались. Нас так учили, и к нам наши дети тоже ученики, потом также к нам относились. Нынешняя молодежь – это наше будущее. Что ему дашь, то он и преподнесет обществу, отчизне. Как ты его воспитаешь? Поэтому правильное воспитание и нормальное знание. От знания зависит все –